Друзья, всем привет! И сегодня я хочу рассказать о своем первом опыте с китайской торговой площадкой buff163.com. Изначально хотелось поработать с другой китайской площадкой, но там для работы нужен китайский номер. На этом же сайте возможен выбор телефонного кода страны, что позволило мне на нем успешно зарегистрироваться. Да и вроде активность на этой площадке даже повыше. Ну а что касается комиссии, то на КС-ку здесь комиссия 2,5%, а на Доту 1,8%. Трейд здесь происходит напрямую, если брать конкретно КС-ку, то есть как на CSGO маркете. Именно поэтому данный сайт будет требовать от вас API ключ Steam. Но, например, Dota здесь сначала передается боту, а потом уже можно забрать эту вещь с сайта. Для этого вам дают 12 часов. Чтобы быть уверенным, что вы не пропустите трейд, то у сайта есть свое приложение на телефон. Думаю, у вас получится его скачать, несмотря на китайский язык. Для первого круга я решил взять наклейку, которую забустили за последние дни, и это оказалась наклейка Crazy Hole. Выставил я ее за 10,7 юаня, если что, то 1 юань равняется примерно 9 российским рублям. На момент продажи стикер стоил в Steam 140 рублей. Но если бы я взял его за 7 дней до этой продажи, то она была бы в районе 100 рублей. Продал я ее практически мгновенно, ориентируясь на конкурентов и на то, за какую сумму в среднем ее брали в последнее время. На этом сайте контру легко сливать по минус 30%, иногда даже может спокойно найти вещи и по 0%. Сейчас вы увидите, что мне не составляло труда находить обратно под Steam вещи из Dota даже со скидкой 50%. Получил я с учетом комиссии 10,43 юаней и стал искать выгодные вещи Dota. Все сделал вручную, но времени много не отняло, и ориентируясь зачастую на последние имморталки, что появились в Dota в открытом доступе, я наклонился на эту шмотку. И взял ее в количестве двух. Как я и говорил ранее, сначала вещь передается боту, а уже потом мы можем ее забрать. В продаже в Steam я получил 150 рублей, тем самым с круга я заработал в районе 30%. После этого я решил сделать еще один круг трейда с этим сайтом, закинув туда стикер голографический, уже самого мажора. Я бы мог взять этот стикер за неделю до этого, рублей за 32. Сейчас же этот стикер продавался за 39 рублей в Steam. Ну, по итогу мне удалось его продать на сайте за 31 рубль. И в обратную сторону я смог взять вот эту вещь, которую я выставил на продажу Steam, и смог с нее получить 50 рублей по итогу. Вы опять скажете, что я беру берлинские стикеры, с ними все и так понятно, они прыгают туда-сюда, вот тебе и удается на них профитнуть. Хорошо, я вас понял. А как вам наклейка Deep Stacy? Например, за неделю до моей продажи ее можно было взять за 115 рублей. Да даже сейчас ее можно купить по автобаю за 115 рублей. Я посмотрел конкурентов, посмотрел графики продаж, и окончательно убедившись, что я ее точно быстро и выгодно продам, я закинул ее на сайт и продал за 87 рублей. Ну и для комплекта я закинул на сайт и чопперы из Веги, стоимость которого в среднем была 25 рублей в Steam. Я ориентируюсь на график, мне удалось его продать за 2,86 юаня, то есть, опять же, за 25 рублей, как и в самом Steam. В обратную сторону я набрал хороших по цене вещей по Dota, на их поиск ушло чуть больше времени, так как выгодной оказывалась лишь каждая третья вещь. Но это не составило больших сложностей, и по итогу я получил с них чистыми 185 рублей на баланс Steam. При этом вы помните, что я брал стабильные в цене стикеры на сумму 140 рублей. То есть мне удалось заработать с круга трейда 25%. Я не могу утверждать, что за этот сайт Steam не банит, так же как и за CSGO Market, ведь условия там примерно такие же. Но если существует схема с CSGO Market, то почему бы их не попробовать и на других площадках? Ну а вы пишите свое мнение на этот счет в комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. В ближайшее время выйдет еще один видеоролик. Всем удачи и хорошего трейда!